просто не могут оторваться от своих телефонов, как будто телефон становится частью их руки. А такие вещи в их телефонах, как WhatsApp. Как же так? WhatsApp звучит как вас. Все время этот звук. Честно говоря, я злюсь, когда люди добавляют меня в группы, и мне приходит огромное количество сообщений. Это раздражает меня. Я понимаю, когда отправляют важное для меня сообщение. Это понятное дело. Но я не хочу, чтобы эта вещь доставала меня. Окей, джазакаллах. А что делаешь сегодня ночью? Может, выйду прогуляться? Может, прогуляемся вместе? И все время бз-бз-бз-бз-бз. То же самое на Facebook, в Твиттере, и они быстро должны успевать за всем этим. Вы тратите напрасно свое время поклонения и всего другого полезного. Не успевает дочитать один джуз и сразу... Сидит с женой, сидит с детьми... Сейчас, секундочку, сейчас... Играет в какие-то игры там. Да это же наркомания! Вы стали наркоманами! Если вы не наркоман, то дайте мне обещание. Обещайте мне, что вы не будете играть в эти игры 24 часа, 48 часов, 72 часа. Попробуйте 3 дня. Я вам серьезно говорю, вы можете подумать, что это беда, но это новый вид поста. Я хочу, чтобы люди доказали, что они не наркоманы, постившись 3 дня. Поститесь. Скажите, что не будете лезть в эти технологии, за исключением разве что по необходимости. Нужно проверить важные сообщения на электронной почте, то, пожалуйста, но все личное я буду избегать. Буду поститься от Фейсбука, Твиттера, WhatsApp.